если 41 рублей доллар, если бы, какой если бы я потом, я вам потом скажу, у нас есть поговорочка такая грубоватая про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки, мужчина, она была бы дедушка, а не бабушка. Поэтому что там говорить, а значит. Я бы сказал, товарищ, я не знаю, это чья это, кто автор. Но во всяком случае, это пока только всякие разговоры. Были случаи.